Сезон клуба веселых и находчивых в Севастополе набирает силу. 20 мая начались игры четвертьфинала городской региональной лиги. За 26 лет существования фестиваля в Сочи севастопольцы приезжали туда всего несколько раз, а потом и вовсе перестали. Новая региональная лига – шанс для севастопольских и крымских команд пробиться на большую сцену клуба веселых и находчивых. Лига-то учебная, мы идем к тому, что когда-нибудь этих ребят покажут по телевидению, мы очень этого хотим, и мы прям все свои знания отдаем по максимуму этим ребятам. За веселыми и, казалось бы, непринужденными шутками много кропотливой работы. Ребята молодцы, они стараются, они вот копают землю, что называется, они молодцы, я думаю, у них все получится. Мы пишем шутки вместе с девочками, а потом приходим к редакторам, они редактируют, подсказывают, если что-то не так, опять уходим домой, переписываем, вот, и в итоге получается какой-то готовый материал. Многие команды внимательно следят за городскими новостями и стараются шутить на актуальные темы. Женская команда «Бежим целоваться» из Балаклавы от души проехалась по проблеме дорог и пробок в Севастополе. Посмотреть, как стартовал севастопольский сезон клуба веселых и находчивых, приехал КВНчик с большим стажем, участник высшей лиги Семен Малаканов. Он поделился своим рецептом успеха. Верить в себя, до конца верить в себя, потому что путь вообще вот к высшей лиге, он идет очень долго. Вот я, например, к ней шел почти 8 лет. Победитель Севастопольской региональной лиги отправится на международный сочинский фестиваль команд КВН в январе следующего года. Людмила Замятина, Виталий Козловский, Севинформбюро.